Равшан Хамідов, шеф-кухар і також ведучий власного інста-кулінарного проєкту, який називається «Равшан готує». Будемо говорити про харчування, тим більше напередодні свят. Хтось скаже, та ні, ну знаєте, як українці прокидаються і біжать там в супермаркети 30 грудня, місця нема, але ми вас вже сьогодні будемо попереджати і про харчування щодня, і, звичайно, про свята. Доброго ранку, Равшан! Доброго утра, друзі! А з чого твій сніданок розпочався сьогодні одразу? Так? Я сьогодні проснувся дуже рано, тому що я не привик просипатися настільки рано, тому сьогодні мій завтрак був чайочок і кусочок сира. Ну, а коли часу не так обмаль, як ти розпочинаєш день, з чого? Когда есть время, это вкусный омлет. Вкусного омлета мне достаточно, либо яичница, какой-то тостик, но это не всегда. Если есть возможность, вечера можно засолить рыбку, гуакамоле сделать, если найдется. В холодильнике спелый авокадо. Мне кажется, гірше за все розпочинати день із супу, мені здається. Ти знаєш, супу. Починаєш день з супу, мені здається, я б не зміг. Чи з борщу? Українці спокон віків перед родом. Зараз хтось їсть суп чи борщ і каже, та це я Антон Житлов, да, він себе тут аристократа. Аристократ. Ну, як день почнеш, так його і приведеш. Поэтому... Скільки разів на день загалом, кажуть, що кухарі, вони коли готують, так, вони наїдаються протягом процесу. За рахунок куштування. Да, за рахунок куштування. Скільки разів на день ти можеш ось так накуштуватися? Я скажу так. Это, пожалуй, больше к легенде относится, потому что есть такая поговорка «сапожник без сапог», и поварам не хватает времени, чтобы сесть нормально, полноценно пообедать, поужинать, завтрак, слава богу, я думаю, это возможно. Так пробуешь, и это нехорошо на самом деле, потому что ты не знаешь, сколько еды ты съел, ты не можешь это контролировать, и непонятно вообще, стоит тебе обедать, и не стоит, а желание покушать все равно приходит. Получается, что ты, наоборот, переедаешь, и оставаясь голодным. Тому що по чуть-чуть, воно згорає, і в топку. Непонятно. Але так неповноцінне харчування. Причому в мене народилося одразу запитання. Слухай, ти багато працював і шеф-поваром, і в різних закладах, і нині теж ти діючий шеф-повар. А не буває, як ось воно, коли ти готуєш якусь страву вишукану, смачну, але при цьому ти ж не собі готуєш, а комусь? Это было, наверное, первый год, когда, там, знаешь, далеко-далеко-далеко назад, когда 15-летний юный поваренок попал на кухню, увидел рай и изобилие продуктов, королевские креветки, морские гребешки, фуа-гра, утиная грудка, там какой-то филе миньон, и сразу такой ом-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Сейчас уже, ну, спокойно к этому относишься. Конечно, ты знаешь, как еда будет на вкус, ты знаешь, что ты приготовил это хорошо, но такого особого желания прям это съесть не возникает. Скажи, будь ласка, давай поговоримо трішки про твій проект, інстапроект. Тобто він повністю про кулінарію, чи це і розмова, і це розповідь про якісь лайфхаки? Розкажи, будь ласка, про сам концепт. Ну, изначально в Инстаграм я добавляю блюда, которые готовлю зачастую дома, которые интересны. И добавляю блюда, которые готовлю на определенных мероприятиях. Сам проект «Равшан готовит» – это проект в первую очередь о еде, о философии еды. Я собираю гостей за одним столом, гостей абсолютно разных, незнакомых между собой за одним столом. Ужин проходит в формате, это ужин либо обед, в формате шеф-стейбл. Я готовлю для какого-то количества гостей, это около 15 гостей, бывает до 20 гостей за раз. Мы говорим о еде, я рассказываю о том, как каждый определенный продукт, который сегодня на столе, приготовить максимально вкусно, максимально качественно. Ну и, собственно, вся философия, весь разговор идет именно о еде. И гостям нравится, люди знакомятся между собой, которые не знакомы. Есть отличная возможность пообщаться и хорошо, интеллигентно, культурно, и самое главное, очень вкусно провести время. Це надзвичайне щось. Просто, ну, це досить така класична традиція, йде від
західних і північноамериканських, і західноєвропейських, так, шефів, але для України це щось новеньке. Розкажи ще про ці зустрічі, насправді, чим ти частуєш, як це відбувається? Ну, тут про супи згадував, тут перше, друге, і компоти, десерти трішечки інакше. Чи постійно різна концепція? Це різна концепція. Знаєш, коли ти працюєш шеф-поваром, ти вроде как замкнут в определенные рамки. Uh-huh. Ты должен готовить то, что у тебя, как бы не хотелось говорить иначе, что у тебя купят. Потому что в первую очередь ты продаешь еду для того, чтобы кормить вкусно людей, чтобы они приходили, и твои сотрудники тоже хорошо могли питаться и чувствовать себя уверенно. Проект «Равшан готовит» немножко о другом. Я придумываю какой-то интересный концепт, какие-то блюда, которые пришли в голову. Допустим, было время, сезон тыквы, либо сезон какой-то дичи. Все, купил, ну, заранее написал пост об этом, собрал гостей, купил продукты и приготовил. Все очень просто происходит. Мысль в голове, ты пишешь об этом, делишься с миром, подписчики собираются, приходят, и мы готовим. Ти знаєш, це відеозйомка, чи ви фотографуєтесь, тобто цей проект, ну, у концепті як це виглядає? Концепт изначально идет о встрече. Инстаграм лишь делится какими-то воспоминаниями о том, как это происходило. Иногда я дома могу прийти после работы, уставший, но тем не менее с хорошим настроением, приготовить какое-то блюдо и его сфотографировать. Угу. Оборудование позволяет, и это можно сделать и дома. Розкажи, будь ласка, про взагалі кухні, які тобі імпонують світові, чи зараз фактично ці межі, кордони, вони теж фактично вже так, можна сказати, стерті, вони змиваються. І в той же час там які страви, можливо, тобі подобається вигадувати? Ти знаєш, от якраз таки ти правильно говориш абсолютно. Слава Богу, зараз границя розмита. І... Зная классический подход к приготовлению еды определенной кухни, допустим, японской кухни, итальянской, французской, именно зная основы, опять же, не стоит подходить к приготовлению еды, ну, это мое субъективное мнение, не зная традиции, не зная классику. Вот ты выучил классику, ты умеешь хорошо готовить консоме, ризотто можешь классно приготовить, можешь приготовить вкусно тофу. И после этого уже можешь начинать соединять вкусы, придумывать что-то интересное, находить новые пути, новые движения. Потому что весь наш мир – это круговорот, и еда, по сути, это то же самое. Можно использовать разные компоненты, разное видение. Опять же, идешь, в голове возник какой-то вкус, и важно профессионалу уметь реализовать вкус, который появился у тебя в голове. Ну, слухай, дуже скоро, вже Новий рік. Чи є в тебе, давай, рецепт, лайфхак якоїсь страви, яку ти порадиш, якусь таку незвичну? Ми можемо поговорити навіть не о якомусь конкретному блюді, а от о самій концепції. А давай для початку ти порадиш кілька страв, які саме, можливо, ти вигадав. Це і стосується і Антона питання, і мого попереднього. Тому що, ну, дуже цікаво те, як шеф молодий, але досвідчений, як експериментатор. Можливо, щось прості. Це може бути десерти, чи основні страви, там м'ясо, птиця, риба. Ми з ребятами недавно їздили на чемпіонат України по кулінарному мистецтву во Львові. І ми готовили определенне кількість блюд, ми взяли серебро. І був дуже цікавий концепт. Ми хотіли передати, ми самі київляні, і хотіли поділитися з львовянами своїм блюдом. И, конечно, какая ассоциация с Киевом? Наверное, Чикен это... Киев, так? Чикен Киев, киевская торт. Крепечка и киевский торт. Ага. И мы немножко переосмыслили киевский торт. Мы сделали немножко другой бисквит, взяли основу крем, который готовится, но, тем не менее, добавили крем из белого шоколада вместе с облепихой, потому что был сезон облепихи. Облепиха хорошо сочетается с тыквой, правильно приготовленной, закарамелизированной. Потом пошел специально приготовленные орехи. Ну, в общем, это такое движение безостановочное. Вот переделанный киевский торт. Мы назвали его «Из Киева с любовью». Клас. Тобто, ну, звучить надзвичайно. Нам дуже складно це слухати, просто слухати з Антоном, як і нашим глядачам. Але фактично ось такі речі, їх людина може сама, наші глядачі, приготувати? Звісно. Якщо ти знаєш, опять же, основу, класику, то, як готується блюдо якесь, звісно, в голові має бути база даних, знання.
И после можно уже добавлять к этому какие-то нюансы, какие-то особенности сезона. Вот, например, опять же, Рождество впереди, Новый год. Вот, ребят, у вас какие ассоциации с Новым годом и Рождеством? Запахи, вкусы? Ну, это сразу так, мандарини. Мандарини, так, цитрусовые. Це там пиріг, ну, в мене це ще й морепродукти, там ікра, це там форель може бути. Красна ікра, бутерброди з красною ікрою, хвоя. Поэтому ми беремо класическое какое-то блюдо і добавляем, смотрим, уместно ли добавить, допустим, к рыбе не лимон, а мандарин. Либо к птице. Мы можем взять и закарамелизировать классно мандарин, либо взять что-то смежное с мандарином, взять какие-то кумкваты классные и приготовить варенье, например. Либо добавить, там, жарить стейк и добавить к нему немножко веточку хвои. И у нас уже пойдет классный хвойный запах. Либо использовать жидкий азот и сухой лед, если это какой-то званый ужин, и нужно немножко выпендриться перед гостями. Ту же самую хвою положить в какую-то глубокую чашечку и туда налить жидкий азот, и по столу развеется прекрасный запах хвои. И туда же можно и мандарины. Вот уже запах Нового года у тебя на столе. Опять же, есть маленькие триггеры, на которые нужно нажимать для того, чтобы воссоздавать ассоциации, воспоминания о этом празднике. То есть подобный концепт, ты его дотримуешься и в własном жизни, вот такие простые порады. Конечно. Ну а взагалі, який в тебе у цього річ буде стіл на Новий рік, наприклад? Тим більше, що все ж таки в українській, в славянській традиції, ми розуміємо, це велике таке переїдання. Зараз не буду нікого засуджувати, всі люблять смачно поїсти, але мені здається, занадто так часто це приправлено алкогольними там напоями. Все ж таки, ось твоє ставлення і твій підхід до цього і поради для наших глядачів. Ну, конечно же, я буду переедать. Переедайте зі мною. Потому что все мы можем говорить там о том, как нужно правильно питаться. Но Новый год – это Новый год, это наш праздник. И, конечно, будет много вкусной классической еды для себя. Я не представляю Новый год без вкусного оливье. Класс. Но, тем не менее, я вспоминаю свое детство и то, как родители придумывали этот праздник. И в этом году мне хочется воссоздать воспоминания о детстве. И я сделаю для своей семьи пряничный домик. Вот, построю, вырежу изначально макет и вот сделаю пряничный домик. Класс. Пусть стоит, радуется. Класс. Ось так от. Ну, Равшан, ми тобі дуже дякуємо за те, що ти нас надихнув. Тепер я знаю, з чим я буду міксуватися у цей Новий рік свою їжу, буду мандарини. Ну, в мене буде такий тепер дуже екзотичний стіл, яке мені здається. Ось. Ну, і можеш щось порадити чи побажати нашим глядачам на ось новий, наступний рік? Хорошо, в каку камеру? Ось на четверту камеру можеш побажати. Камера номер 4. Дорогие друзья, я шучу, но на самом деле дорогие, питайтесь то, как вам нравится. Вот самое главное, чтобы вы были счастливы и старайтесь не переедать, а все остальное это мелочи. Це класне таке побажання вже ближче до Нового року, до Різдва, і ми давмисне так присвятили цьому увагу, тому що ще є час підготуватися. Ну а тепер перейдемо в такий, знаєш, лайфстайл. Ось на кожен день, так? Сніданок, обід, вечеря. Ми почали зі сніданку, а все ж таки, як в тебе проходить твій раціон і твої поради? Як людям треба все ж таки ось класичне харчування, ну, великі прийоми, так, їжі тричі на день, чи маленькі, чи ось, як раніше завжди казали, що там сніданок найважливіше, так, пора трапеза. Так, то що ти в цьому напрямку можеш сказати? Опять же, у кожного чоловіка є своя конституція і своя культура питання. Можно питаться 3 раза в день, действительно, побольше порций и делать большой промежуток между приемами пищи. Можно питаться 6 раз в день и делать меньше порций и более короткие промежутки между приемами пищи. Стараться использовать меньше углеводов, больше белка. Если зима, то больше животной пищи. Если лето, то больше вегетарианской еды, больше рыбы, морепродуктов. По себе знаю, для меня очень важно начать нормально утро, нормально завтрак, наесться,
потому что к обеду ты уже готовишь, ты уже много бегаешь, тратишь большое количество энергии. Но опять же, это специфика моей работы, потому что мне нужно кормить обедом гостей, и мой обед будет немножко позже, уже после того, как я накормлю гостей. Поэтому для меня очень важен хороший, плотный, вкусный завтрак. Это могут быть оладьи из цукини, гвакамоле. Если есть возможность засолить рыбку, вот тоже здорово поесть засоленную рыбку. Очень вкусно хумус с овощами. Просто сырые овощи вместе с хумусом. Прям шикарно. Класс. Есть такая теория нынче, очень популярная легенда о суперфудах. Еда полезная, интересная, но тем не менее не стоит ее прям идеализировать и прям молиться на авокадо, на какие-то другие. Чия, там, да, чия, спельту, киноа. Это все замечательно. Это замечательные продукты для того, чтобы расширить свой рацион. Но, тем не менее, есть замечательная гречка, которую тоже можно приготовить из нее кашу. Тот же самый омлет есть. Миллион способов приготовить омлет. Могу прямо здесь рассказать там 5 способов, как сделать его разным, абсолютно разным по вкусу, разным по текстуре и разным по форме. И все они будут очень вкусными. Стараться использовать простые продукты, те, что есть в холодильнике, і все буде вкусно, здорово. Чудово, просто прекрасні слова від Равшана Хамідова, шеф-кухара і ведучого власного кулінарного проєкту в інстаграмі Равшан готує, Равшан готовить. Шукайте, долучайтеся. Дякуємо, Равшану, що Спасибо. Був цього ранку з нами. Обов'язково зустрінемося наступного разу, можливо, навіть на кухні. Це буде взагалі можливо, цікаво, кухні, тому що смачно слухати, ще смачніше куштувати. Приходіть. Дякуємо. Тож впроваджуйте, друзі, це на своїх кухнях.